На календаре 1 декабря. 1 декабря 1891 года инженер-строитель Евсей Соломонович Абрамович начал заниматься изысканием и составлением проектов на постройку бухты для отстоя судов на реке Самаре. Работу он завершил в январе следующего года, а вот сама бухта была построена только в начале 20-го столетия, но функционирует она и поныне. Первый день декабря 1912 года порадовал мастериц города Сызрани. При местном приходском училище была открыта рукодельная школа. От желавших в ней учиться не было отбоя. В первый же день работы школа приняла 60 учениц. Ежегодно 1 декабря отмечают Всемирный день хоккея. Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В народном календаре сегодня Платон и Роман «Зимоуказатели». В ту пору наши предки в течение всего дня внимательно следили за погодой. Поутру судили о начале зимы, пополудню о середине, а по вечеру о конце. Смотрели в этот день и на небо. Если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза. Этими другими событиями вошел в историю первый день календарной зимы. Прекрасного настроения, и пусть вам непременно улыбнется удача!